Давайте вместе учить английский. Язык международного общения. Underground. Метро. Line. Линия. Blue. Синий. What underground line should I take to reach the Independence Square? По какой линии метро мне надо ехать, чтобы добраться до площади независимости? You should take the blue line. Вам следует ехать по синей линии. Расширяем границы общения с английским языком.